Сегодня мы продолжаем нашу эпопею, наши соревновательные дни в Москве, ради чего мы, собственно говоря, и прилетели сюда. Вчера мы стали людьми, а сегодня как получится. Встает вопрос, зачем вы делаете это? Что движет вами? Моя голова. Что не дает вам покоя? Что поднимает вас в реальный час площадь, от кого тут отобьет? Я так говорю, никогда не отдыхал. Потому что это отдыхом не назовет. Внимание участников, 4 минуты до старта. Решили наших девчонок дождаться, потому что бежать в одной связке все-таки веселее и спокойнее. И им, и мы будем спокойны, что они...